Мамуля тут пришла. Мамулечка пришла. Ну такая она умница у меня. Тьфу-тьфу-тьфу, не могу прям. Ну такая кошка умная. Да, Луняшка? Что-нибудь, как она у меня вытворит? Ну, я думаю, ну надо ж у нее вот как это работает сознание. То зовет она меня куда-нибудь, то просит что-нибудь. Ну вот прям показывает. Вот это говорит, сделай. Ой, лопатуся. Лопатуся, сладкуся. Вай-вай-вай-вай-вай-вай. Вай-вай-вай-вай-вай. Толстенький животик. Вкусненький. Лапочки, царапочки. Эй, Кэти, ты что тут одна, скромница моя? Ты такая скромная девчонка у меня. Ты такая нежная, такая скромная. Лисенка моя. Эй, Кэти, вкуснятинка. Вкуснятинка. Уже глазки у малышей начали меняться. Они у них такие были голубенькие. Какие-то такие темно-серые у кого-то. А на самом деле они у них будут рыженькие почти у всех. Такого янтарного цвета. Да, ну-ка, эти точно будут такие янтарные глазки. Мандариновые прям, как у папочки. Ё-моя кисочка, ты такая вкусная девчонка у меня. Мандаринка. Ё-мандаринка. Эти две все умываются у меня, мадамы. Эй, привет, привет, сказал, привет, карамелька. Ну, пошли ко мне, пошли, выходи. Я вот сюда вам пледик постелила, чтобы вы могли уже выбираться, если вам захочется, чтобы не скользили. Сладенькие. Сейчас еще буквально 2-3 дня, и все, они будут спокойно везде ходить уже. Им уже любопытно, они выходят, по чуть-чуть выглядывают. Выйдут чуть-чуть и зайдут снова сюда, в шкафчик. Кто там скребется у меня? Кто тут скребется? М? Ей, рыжунка. Кто тут скребется у меня? Кто такая сладкая девчонка? Вкуснейшие малыши. Вкуснейшие малыши мои. Утренние умывашки у нас, скажи, да? Видите, они сами уже умываются. Мамка их учит. Потом так смешно будет, они, когда у них прикорм начинается, где-то с месяца примерно, они начинают после прикорма умывать мордочки все вместе. Садятся, и мамка им показывает, как надо личико умывать после паштета. Я так люблю эти моменты. Вот они уже ходят. Ходят уже, ходят. Мы, скажи, как можем, уже бежим почти что, да? Гуляют они. Детский садик. Сладкуськи, лопатуськи. Гуляют они, уже гуляют. Нюшка, Луняшка, увидели что-то? Солнечных зайчиков вы что ли увидели? Эй, суслик! Нюшка, как суслик опять сидит. Сурикатик. Нюша! Сегодня солнышко у нас, хоть и зима, уже снег все лежит. У вас какие погоды там стоят? Рассказывайте. У нас снег. Но сегодня хотя бы вот солнышко. Девчонки любят солнечную погоду. На окошечко сразу идут греются обычно. Ну что, сладкие мои? Что сладкие? Вкуснейшие малыши. Уже играют они, видите? Друг с другом. Кузьки у них начинаются первые. Зубиков еще нет, но кузьки уже мы хотим. Кузьки мы хотим, скажи, да? Да, зевуши мои лопатуши.
Мы зевуши лопатуши. Зевуши лопатуши. Да. Да, да. Эй, беленькая пузишка. Беленькие пузишки. Вкуснишки, лопатишки. Скажи, мальчишка, разбудили меня. Я, скажи, подольше люблю поспать. Да? Как принц. Вкусненький такой. Вкусненький, скажи. Солнце мне пустили. Давай чуть-чуть вот так прикрою. Прикрою вот так вот, чтобы тебе солнышко не попадало. Не будила такого красавчика. Ну что за красавчик у меня? Ты мой сладкий. Ты мой сладкий хомячок. Вкусненький. Целовательный носик. Да. Я скажу лев. Я как папа, скажи, лев. Да? Симба. Так, ну что там? Кто там уже ходит где? Да, девчонкам надо уже походить. Девчонки суетливые, они всегда, я помню, другие котята тоже, мальчишки больше спали, девчонки больше лазили везде. И мальчишек будили еще. Ну вот ему одному придется справляться в этот раз. Нет у него компаньона. Да, брательника нет у тебя? Так бы вы хотя бы противостояли вдвоем неугомонным девчонкам. А тут тебе одному отдуваться придется, одуванчик. Сладкие. Все, большие. Вот прям большие. Вот сейчас смотрю. Ну, надо же. Как моментом, да? Вот только же. Новорожденные были. И все. И уже они ходят.